Здравствуйте, друзья! Вы на канале Кулинарные истории. Сегодня на новогодний стол готовим куриные фаршированные бедрышки. Фарш будем готовить из риса, моркови, грибов и лука. Окорочка я замариновала. На литр воды я взяла 100 граммов яблочного уксуса и 1 столовую ложку вкусной соли, то есть соль со специями. Друзья, я обещала дать рецепт этой соли. Я обязательно сделаю ролик ее приготовления. Рис 0,5 стакана я поставила варить. Можно немного не доварить. 15 минут кипения вполне достаточно. Далее чистим мой овощи. Рис у меня закипел и будет томиться еще минут 10. Сейчас, друзья, я ножом освобожу мясо от кости. Острый нож у меня. До самого последнего сустава. Вот он. Вот он, последний суставчик. Так. И обрублю. Посмотрите, вот это у меня мешочек вот получился. Сейчас я обрубаю эту косточку и посмотрим, что будет дальше. Кухонным топориком я обрубаю часть косточки. Ну вот, я отрубила вот эту косточку, она нам не нужна. И посмотрите, что теперь получается. Вот, смотрите, косточка у нас осталась. И вот этот мешочек мы будем наполнять нашим фаршем, который мы приготовим из риса, из овощей. Для фарширования получился вот такой мешочек. Я окорочка промариновала 20 минут в соли и уксусе. Сейчас мы будем их набивать фаршем. Очень мелко нарезанный лук мы обжариваем. И сейчас мы будем отправлять сковородку морковку. Обжариваем все на топленом масле. Лук обжарили до золотистого цвета и добавляем морковь. Обжариваем ее слегка. Вместе с морковкой обжариваем шампиньоны. Слегка обжариваем. Друзья, наполнив хорошо окорочка содержимым фаршем, мы сейчас ставим в духовку на полчаса 200 градусов. Чтобы плотнее набить вот эти окорочка, мы их скрепляли зубочистками. Прошло полчаса, и я достала окорочка из духовки. Фаршированные куриные бедрышки готовы. К столу подавать хорошо со свежими овощами, солеными огурцами, помидорами, зеленью. Все, друзья, я прощаюсь с вами. Желаю вам вдохновения на приготовление такого блюда. Жду ваших комментариев. Будьте здоровы. С вами была Людмила. Пока-пока. И забыла вам сказать, что к новогоднему столу они тоже будут очень даже кстати.